Здравствуйте, с вами «Глаз народа», телеканал «Новороссия». В целях безопасности руководство Донецкой Народной Республики решило перенести празднование Дня города и Дня шахтера на 8 сентября, на день освобождения Донбасса от фашизма. Тем не менее, на улицах много людей. Всех оставшихся горожан я поздравляю с таким большим праздником. Надеюсь, что в следующем году он будет совсем другим, как всегда был. Здравствуйте, спасибо. Я хочу поздравить всех с этим праздником, наших дорогих соотечественников. И просто сейчас остались и самые смелые здесь. Вот. И вас я хочу поздравить, мы хотим поздравить вдвойне. Потому что то, что мы сейчас переживаем, я надеюсь, что наша Родина от этого будет лучше, она будет процветать. И этот период я хочу пожелать, чтобы мы все достойно перенесли и вышли из этой ситуации с победой. Любимый город, с днем рождения! Ты наш самый любимый, самый красивый, самый душевный наш Донецк. Желаем всем дончанам и макеевчанам вернуться домой. Желаем всем чистого неба над любимыми городами, над Донецком, Макеевкой, чтобы все наконец-то вернулись на родину, в свой дом, чтобы закончилась война. Общем, желаем победы нашей Новороссии! Да, надеемся, скоро здесь все будет опять же так же живо, так же вот много людей, ну не как сейчас, конечно, чтобы День города все-таки отпраздновали когда-нибудь скоро. Говорят же, там на 8 вроде перенесли. 8 сентября, да. Да, ждем на самом деле, что здесь будет очень тихо и будет много народу в плане массовости, то есть какой-то концерт, может быть, там что-то такое. То есть вы ждете праздника? Конечно, да? мы сейчас уже празднуем, да, да, у нас появились первые тихие ночи, это уже праздник. Это уже победа. Да, спасибо нашему ополчению, нашей армии Новороссии. Оксана Волчонок, телеканал «Новороссия».